Ребята, всем привет! Сегодня у нас небольшая распаковка довольно-таки большого двигателя. Генераторно-турбинная установка ГТУ-1000. На 1 мегаватт. Здесь у нас генератор отсутствует. Есть. То есть генерить нечего, нечем. Но сама движка есть. То владелец. Хотел мне ее отправить, но я понял, что я с ней ничего не смогу сделать. Она просто стационарна у меня станет. Перекроет мне кислород. Да. Запускать здесь, запускать по месту. Да, здесь много места. Машина не новая, 71 год, пробег 1500 часов, но как бы не бита, не крашена почти. Вот, один хозяин. Без шуток, получается еще у нее где-то 8500 часов ресурса, если она не заржавела внутри. Уже начинает что-то вырисовываться. Фланец, да? Фланец хороший, а еще хороший диаметр под шлицевый вал. Прям вообще такой нормальный. Крутится. Ну, отсюда не прокрутишь. Ох. Потому что будет это. Оттуда я тебя укрутану. Есть входной направляющий аппарат. Регулируемый. Чуть-чуть поржавевший, но вот сейчас будем пробовать крутить. Я уже пробовал крутить на самом деле. Самое интересное, что внутри-то оно не ржавеет. Самая проблема это вот. Именно лопатки я имею в виду. Коксуалисты. Вот, это были они, да? Вот, видишь, вот они. Угу. Вот это вот. Приварить надо. Вон то. А, то просто шланг. И да? Вот это вот, видишь, вот фланец оторван, надо. Ну, при транспортировке частенько было. Да. Ох, вот тут серьезно прям. А это механика, это привод какого-то агрегата, это да. То ли насос, то ли что. Ну, попробуем, видишь, он на фланце зажимался. Угу. Тут силуминка, попробуем заварить. Ну. Можно, если хорошо обработать, да. Можно. Но это фигня, это просто шланг. Это да. Это маслосистема. Это корпусная деталь, а та уже посерьезнее, там хорошо бы, чтобы точно было. Видишь, они вот чуть-чуть кантанули, что ли. Смотри, вот это как прямо форсунки, да? Очень сильно похоже. Вот она, да, вот здесь камера. Так, знаешь. Коллектор. Ну вот смотри, на крайний случай сюда мы можем сюда врезаться, да, насосом, потому что все вот это довольно сложно подключать. Ага. Мы можем врезаться небольшим насосом и вывести его на малый газ, так сказать. Ага. Очень а это много машины эти, шарики, козьи шарики. Ну, походу. Ладно, не трогаем, выгорят. Ну ты доволен? Да. Тебе он нравится? Нравится. Ну, мне нравится, конечно. Чтобы ты понимал, это третий двигатель. Ну, то есть, ну, в смысле, у него номер 3. Да. То есть был первый, второй, а этот третий. Дожил до сих дней. Ну, видишь, блин, 50 транспортировщики навернули на пустом месте. Теперь, блин, это. Слушай, ну редуктор там, конечно, вообще. Много управляющей аппаратуры здесь, конечно. Без мануала, без инструкции сложно в этом всем разобраться, что куда есть подключать. Это топливная какая-то аппаратура, да? Какая-то топливно-регулирующая аппаратура. А это какой-то похожий насос, потому что привод идет. Ну, видишь, вот шваркнули вот здесь вот. И здесь шваркнули? Да. Это и может быть давно. Да? Ну, я думаю, да. Еще не обязательно сейчас. Ну, ладно. Крутится, значит, потому на движение оно, не влияет. Потому что как бы, видишь, вот, да, значит, защищено вот этим. Ага. Серьезный агрегат, честно вот говоря. Вот у него даже там шилдик есть, видишь, АИ-21 он называется. И это я пробовал найти, не смог найти ничего, где почитать. Вот может быть, подписчики найдут, можно будет почитать, разобраться. Да, что это такое вообще? Прошло пару дней, друзья, и вы не представляете, мы уже готовы к запускам. Запуск будет очень простой, потому что такую махину надо либо подключать полностью, все как положено, но мы так и не смогли все здесь заварить, потому что все из магния оказалось. Вот. А магниевых прутков не оказалось и негде взять, в принципе, по факту. Да и нет литературы, как его запускать по-нормальному. Поэтому мы, естественно, будем запускать по-своему из подручных материалов. Итак, для запуска нам понадобится вот такой вот плунжерный насос, который мы, прежде чем подключить к двигателю, должны прокачать, ибо он работать не будет. Вот так вот он работает примерно на полную. Надеюсь, этого хватит для первого запуска. Это черная водичка, это керосин, которым мы промывали плунжерный насос, чтобы там все было чистенько и хорошо. Закуплена некая партия керосина. Получилось взять только вот в таком роскошном виде, в литровых баллонах. 50 литров должно хватить. Мега мощных пускателей и рубильников у нас не оказалось, зато есть мега мощные свинцовые батареи от КамАЗа. Подключено на 24 вольта, то есть два последовательно, два в параллель.
будет умножаться напряжение на 2 и ток на 2. Ток здесь заявляется 900 с лишним ампер, то есть около 2000 оно должно выдавать. Замыкать буду простым замыканием рукой на вот этот вот контакт. Видите, минус уже подключен. Останется подключить плюс и зафиксировать его вот этим фиксатором. Жуть! Мне страшно. Почему мне страшно? Вот. Ты ж не забывай, что ты будешь на пропане у нас сидеть. Я сидеть на пропане не знаю. Может, я не буду сидеть на пропане, может, я рядом постою. Вот он пропан. Решили пропан использовать для поджига. То есть там есть пусковая форсунка, и можно через нее либо керосин прогонять, либо пропан. Как-то мне пропаном обычно легче поджигать, потому что керосин надо точно дозировать. В итоге вот мы и остановились на этом пропановом баллоне, которым кто-то должен руководить. В принципе, вроде бы все рассказал, нет? Есть что дополнить? Да блин, жуть какая-то, я даже не знаю. По идее, оно заведется, скорее всего. Потому что, ну, керос будет, поджиг будет. Если оборотов хватит, аккумулятор, ну, а этих аккумуляторов, если не хватит, завтра еще аккумуляторов купим. Ну, то, кстати, чтобы... да, еще есть. Время есть еще. Да, время есть, и мы его точно размаслаем. Проводов у нас 150 квадратов хватает. Единственное, что сейчас ночью мы его долго кочегарить не будем, всю деревню перебудем. Это не очень будет хорошо, если он заведется. Пока попробуем. Если все будет нормально, днем устроим фаер-шоу. Дверь хоть открывать будем? Ну, конечно, так? Куда? Мы ага, тут все, я понял. Мы-то да, шучу. Так, ну вот вся электроника здесь. Вот он, блок питания. Вот так все включается. И вот главная есть кнопка. Главная кнопка. Вот и все. При нажатии открывается клапан пусковой форсунки. Я здесь вот нашел, куда подключиться. Срабатывает одновременно две системы поджига. И форсунка пусковая. Все щелкает, все шумит. Все как положено. Все, можно потихонечку стартовать, друзья. Отсюда заправляем остаточки. Расходный бачок. Это отсюда остаточки. Давай. Да. Слушай, нам все надо 50 литров сюда залить или 20 хватит? Да зальем вот столько. Сюда, наверное, 50 не войдет. Подключусь к работе. Желтоватый. Короче, Игорь замыкает контакт, начинается раскрутка. Ты через секунды две, да, открываешь, нажимаешь кнопку. Не, кнопку ты сразу нажимай. Когда? Когда он только сейчас. Контакт зажил. Ну вот. Вот. А потом, когда отпусти, начнется раскрутка, отпусти. Открывай этот. Отпусти. Можешь держать кнопку. Можешь прям держать ее, пусть она работает. Ну пока хорошо. Это отпусти кнопку. Сгорит. Хорошо, крикну. Мало ли, может, оно сейчас не загорится, да. Или еще что-то там. Да. Все что угодно может произойти. Все, погнали, пачаны. Понеслась. Да. Сейчас только начну крутить, сразу открывай газ. Но кнопку не выключай. Открывай. Ну вот так оно и работает примерно. Какое говно в меня полетело? Да? Ну очки для чего? А, что это, подшипники что ли? Что это? Чего? А, это зашумело. Это там просто мышиное говно всякое. Мышиное? Ну вот оно тут где-то лежало, мышиное. Ну вроде она не запоролась. Да вроде нет. Ее бы смазать как-то теперь. Без масла запускали, ребят. Ну, короче, будем нормальные тесты делать завтра, иначе нас вся деревня будет бить. Боюсь, что даже ногами. Да это, в принципе, нормальные тесты уже были. Ты бы слышал, тут меня чуть не сдуло нахрен. Ну, что я вам, господа, скажу.
офигеть, это ничего не значит. Просто получилось так, что я вот здесь стоял, снимал, и когда начали раскручивать, ну, я снимаю себе спокойно такой, играю роль этого стабилизатора, открывается пропан, такой пух, я начинаю думать, вот Игорь подбегает, включает насос, как такой бух, хлопок, пыль, какая-то гарь, и меня жаром вот это, я понимаю, бежать назад мне некуда, вперед тоже некуда, надо держаться, он прям, ну прям это, моща, прям он пошел, вот. Ну, надо с маслом разобраться, иначе мы его прибьем просто. Кераса, кстати, вообще на дэшу съел. Ну, скажи, сколько, он секунд 10 работал, наверное? Вон там пыль, грязь какая-то, вот она в меня летела. Начала раскручиваться, все полетело. Кстати, очки было одеть грамотная вещь, что Шнобель мне бы налетел. Ну что, что были первые такие бесстрашные испытания, сейчас хотим испытать по полному. И даже дополнили масляной системой. Вот смотрите, как выглядит наш маслобак. Нашли мы, где всасывается масло, это с той стороны. Вот здесь прямиком в масляный насос, по такому вот гигантскому шлангу. Откачивается сверху из бака, ну а сливаться будет вниз по вот этой трубе, которой мы заткнули образовавшееся вот неожиданно у нас отверстие при транспортировке. И из него начало вытекать масло, когда мы захотели его туда добавить так побольше, чтобы подсмазать. Потому что без масла это не дело, такие вещи запускать, ребята. Это практически самое главное, организовать подачу масла правильную. Ну, надеюсь, у нас здесь все правильно. И все будет хорошо работать. Мы прям готовы ко вторым, более длительным испытаниям. Кстати, да, электростартер ориентировочно на 18 киловатт. Вот такие провода. Все это нужно, чтобы переварить сверхгигантскую мощность электростартера. Чтобы включить стартер, естественно, понадобится какой-то некий очень мощный рубильник. Потому что неизвестно, какой там пусковой ток. Может 1000 ампер, а может и 5000 ампер. Ну, просто нереально. Поэтому ребята соорудили на базе медной шины вот такие контакты. Контакты мы замыкаем хоть ручкой, хоть ногой, а размыкать иногда приходится с помощью одной лишь ручки. Данный контактор прошел сертификационные испытания около, думаю, 25 включений и выключений на токе свыше 2000 ампер. И сильного износа мы пока не видим. Также он имеет предохранитель от случайного замыкания в виде вот этой замечательной фанерки, потому что мы топим за безопасность. Предохранитель работает следующим образом. Вот так мы вытаскиваем, и все, устройство готово к работе. Работает так. Ну, примерно. Как видим, замыкает и отмыкает. Ну что, сударь, начинаем? О, Господи, спаси и сохрани, начинаю. Думаешь, тебе это поможет? Нет, 3 года это как бы прослужил. На всякий случай. Да, он же по пожарным был. Рома, знаешь, у нас, кстати, да, профессиональный пожарный. Сейчас будем это в зеркало, чтобы никто не заслонил, раскалять крыльчатку. Ну, ты думаешь, надо прокалить ее? Да? Немножко. Ну, немножко. Мы ее потом продуем. Ну, хорошо. Обратно. Так, Игорь, ты профессионал, колени крыльчатки, кнопку попробуй нажать. Все, отпускай. Даже пыхнуло, слышал? Да, да не начнет он движение. Не начнет, мы не расскажем. У него реактивной составляющей мало, у него все нету, в балл идет. У него вот... Ладно, ладно. Все, смотри, я сейчас замыкаю, и ты сразу открываешь баллон. А вот там уже горит, по-моему. Ладно, понеслась. Давай. Открывай, открывай.
Ну что, как оно? Как часы? Офигенно, офигенно. Да он как часы работает на самом смотри, деле. Смотри, я же отключил электродвигатель. Да? Он работал чисто сам. Да, прям видно, да, ну, да, прям да. Режим малого газа видел, был, да? Ты видел, у нас чуть масло серит, ну, значит оно подается, это уже хорошо. Ну, да. Ох, жаром пышет как. Так, дым пошел, надо продувать дым. Давай, все. Запусков провели, двигатели в норме, но какая у нас цель-то этого всего? Ты знаешь, у самураев нет цели, есть только путь. Масляная система, мы пока что не поняли, работает или нет. Надо будет дальше разбираться. Ребята, я очень хочу попросить у вас помощи. Чертежи. Нам очень сильно нужна документация на этот двигатель, чтобы мы могли более-менее по-человечески все здесь подсоединить. Особо важно, надо понимать, как работает масляная система. Какая емкость, какой бачок нужен, что куда входит и выходит. Ну, вход мы нашли, в принципе. Ну, как оно работает дальше, пока не совсем понятно. Это вытащили из масляного поддона, он там внизу стоял, какой-то, и у него есть привод на шестеренке. Это какой-то, нам кажется, воздушный сепаратор или какой-то насос подкачивающийся. Я топлю, что какой-то подкачивающий насос. В принципе, ребята, даже без документации, если кто-то сможет рассказать, описать это все дело в комментах, да. Будем что очень просто... сильно благодарны. Очень да, благодарны. Да, просто хотя бы по маслу, что куда подсоединять. И может быть тогда у нас будет не только путь, а еще и появится цель. Да. Да, в принципе, на него... По его использованию. Да. В принципе, на него реально поставить генератор на 1000 оборотов, потому что мне кажется, если починим масляную систему, то 1010 часов наработки у него еще будет. Ну, по крайней мере, в качестве генераторной установки это безопасно. Поставим на 1000 оборотов генератор на мегаватт, ну, и будет в качестве резервного источника питания использоваться. Да, так что вы еще имеете шансы увидеть, что он будет именно работать где-то. Да. Потому... Если мы сможем его уже полностью на ход поставить, будет часами, если работать и не ломаться, то можно есть... будет принять решение. То есть в планах починить масляную систему, переделать немножко топливную систему, есть отдельные идеи на более современном оборудовании, и хотя бы сделать испытательный прогон час-два. Вот если он после этого останется жив, то можно дальше продолжать. Просто пока... Это, можно сказать, двигатель с помойки. То есть по-другому его не назовешь. Он, конечно, вроде хороший, но он реально с помойки. Ну, работает же, блин. Работает, работает. Да уж, ну, турбину хорошо прокалили. На этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кстати, Дмитрий тоже открыл свой канал. Я ссылочку оставлю в описании. Да. Подписывайтесь. Я думаю, будет очень много чего интересного. Канал молодой, развивающийся. Можете сами формировать, что вам нравится, лайками и просмотрами, естественно. Все, всем пока, до новых встреч!